Двое вооруженных боевиков ликвидированы в Унсукульском районе Дагестана. На предложение сложить оружие и сдаться без боя блокированные ночью бандиты ответили огнем. Спецслужбам и полиции удалось ликвидировать боевиков на окраине леса недалеко от села. Личности ликвидированных бандитов пока не установлены. Режим контртеррористической операции в административных границах населенного пункта Харачи Унсукульского района был введен в ночь на четверг 14 июля.